Я давно пишу о тату. Это всегда очень интересно. В Германии все просто без ума от тату. Их новый альбом — это просто фантастика. Раньше они подогревали интерес к себе своим скандальным имиджем. А сегодня ситуация резко изменилась. Вышел их новый шикарный альбом, и девчонок стали воспринимать как уже серьезных и состоявшихся музыкантов. И их пребывание на этой ежегодной церемонии — лишнее тому доказательство. У тату очень много поклонников в Германии, и поэтому все с нетерпением ждут их выхода на сцену. Thank you.